Диагностика здоровья важна как на этапе профилактики, так и выявления заболеваний на ранней стадии, особенно для людей, живущих на севере. Часто отдаленность медучреждений с необходимым оборудованием вызывает трудности, но вскоре ездить на диагностику в другие города линчанам не придется. В центральной районной больнице открылся кабинет компьютерной томографии, только работает он пока не на полную мощность. Линчане в недоумении, почему двери кабинета до сих пор закрыты для всех желающих. Подробности у наших коллег из Алматы. Прошло полгода после торжественного открытия кабинета томографии, но оборудование до сих пор работает в тестовом режиме. Затянулся процесс лицензирования компьютерного томографа. Документы уже находятся в Якутске. У нас заключен договор с фирмой Radix Lab, которая занимается именно лицензированием нашего кабинета. Документы уже в Роспотребнадзоре, то есть работать мы уже в декабре начнем в полном объеме. Кабинет работает, но пока обследования проходят только экстренные больные. Также принимают по два человека по направлениям поликлиники и стационара. Прием ведут два специалиста. Новый аппарат рассчитан на 32 среза. Это достаточно полная диагностика, позволяющая выявлять сердечно-сосудистые заболевания, патологии центральной нервной системы, онкологию. Аппарат передовой. Таких в республике всего 9. 32-срезовый компьютерный томограф – это максимум, что нужен для лечебного учреждения, даже не только центральной районной больницы, но и республиканского уровня. То есть более мощные это уже нужны для научных исследований. В данном случае это максимально хороший, максимально мощный аппарат, который необходим для Ленской ЦРБ. После завершения лицензирования кабинета каждый линчанин получит возможность пройти компьютерную томографию на месте. Правда, специалисты напоминают, что эта процедура выполняется только по назначению врача. Марина Крутихина, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».